ТСЖ столицы Заполярья могут рассчитывать на государственную субсидию. Деньги на капитальные ремонты выделяют из бюджета. На один дом можно получить до 5 миллионов рублей. О том, как подать документы на участие в проекте и о тех, кто уже это сделал, расскажет Георгий Салиев. Программа государственного субсидирования капитальных ремонтов в нашем регионе реализуется впервые. Бюджетные деньги на обновление жилого фонда выделяли и раньше, но лишь домам, которым требовался срочный внеочередной ремонт. Сейчас развивается внутридомовое самоуправление, ТСЖ или ТСН, которые ведут свое хозяйство. Такие товарищества могут написать коллективную заявку, после рассмотрения которой и будет принято решение о выделении субсидии. В этом году впервые предусмотрена субсидия в размере 50 миллионов из средств областного бюджета, которая полностью позволяет гражданам выполнить капитальный ремонт именно того, что они сами определили как первоочередной. На сегодняшний день допускается у нас расходование до 5 миллионов на один квартирный дом и один вид работ. В апреле завершится ранжирование, которое определит очередность ремонтов. На место в очереди влияет год введения дома в эксплуатацию, а также процент износа конструктивных элементов здания. Кто-то скажет, что 5 миллионов на капитальный ремонт одного дома – это недостаточно. Однако представители Минстроя отметили, что программа пилотная, а потому в ней участвуют те многоэтажки, ремонт которых укладывается в эту сумму. К примеру, дом номер 9 на улице Полярной дивизии состоит всего из одного подъезда. Его жители уже давно мечтают о капитальном обновлении кровли. Она уже нам не раз сообщала о том, что она требует ремонта. Своими силами мы пробовали проводить кое-какие, там, устранять непосредственно аварийные ситуации. Вот. Но ремонт ее требуется и уже давненько. На данный момент Минстрой ведет сбор заявок, а потому представители тех ТСЖ, что отвечают требованиям программы, имеют все шансы получить субсидию.